терпеть. Вот так вот. Ну что, это напомню тем, кто только-только присоединился к вам. Это Pro Series Season 13. И играют у нас два коллективчика. Один из них это Siberian Valiant Black. Ну и второй из них это Yellow Submarine. Ну что ж, первая игра у нас была мега короткая. Закончилась она за 13 минут с чем-то. Около 14, да? И это очень быстро, это очень круто, это очень быстро. Ребятки из команды Yellow Submarine просто-напросто не справились с тем пушем, который им преподнесли ребятки из команды СВБ. Вот так вот. Посмотрим сейчас, что же сделают ребятки из команды Yellow Submarine, потому что работать над своими ошибками они, видимо, должны, чтобы хоть что-то сделать. Best of 2 матча, это вторая игра, напомню. Yellow Submarine, Siberian Valiant Black. Ну что ж, приступаем к стадии драфта. Вы тут уже успели посмотреть, что ребятки понапикали. Siberian Valiant Black пикнули себе Queen of Pains Nightstalker. Видимо, решили научить ребяточек, как надо играть на квапе. Вот, повторюсь, что герой хорош, есть эскейп, побилочки достаточно мощно бьют с магии. Ну и чистым уроном, кстати, Sonic Wave типа, сейчас очень славится. Ну и Nightstalker, который дает сайленс, который ночью бегает, то просто-напросто гангает буквально с 4 там минут, да. И 4 бана, это Wisp, SF, Phrase King и Antimag. Почему антимаг? Наверное, потому что есть Queen of Pain. Ждем пока третьего пика от ребят с команды Силы Тьмы. Ну, а Yellow Submarine пикнули себе уже трех героев. Четверых забанили. В бане у ребят Doom, Darkseer, Dazzle и Герокоптер. Вот так вот. Такие уже баны достаточно интересные. По сравнению с прошлыми банами, они совершенно другие вообще. Вот. Ну и Туз, Клина и Undying заходят от этих же самых последних упомянутых ребят. Туск выигрывает рейт-кликом вообще игру, особенно если он где-то там стоит, очень быстро получает экспу. Просто прокаст у него вообще кулдауна фактически не имеет. Сноубол 18 секунд, Айс Шарс 10 секунд, там Флэтер Спанч вообще на последнем уровне прокачки всего лишь 12 секунд. Это просто... Да не, это кулдауном-то называть сложно. Ну и опять-таки Лина, которая тоже вносит огромное количество бурстового урона с Лагуны, с Драгон Слейва. Короче, все очень круто. Есть Disable, ну и Disable, конечно, такой как Light Strike Array. Ну и, собственно, третий скилл, который дает дополнительную скорость атаки. Тот же самый Undying, который в тимфайтах просто-напросто откидывает пару дикеев, ставит свой томпстон. Больше от этого героя абсолютно ничего не надо. Он творит такую грязь. Такую грязь. Вот. Ну и на лайне стоит, собственно, достаточно комфортно. Ну а оппонентам, которые стоят против него, не всегда... Очень хорошо стоится. Вот так вот. Так, что у нас по поводу... Что у нас по поводу... А, Бейн. Бейн от СВБ подъехал третьим героем. Опять-таки герой с огромным количеством неприятных спеллов. Инфибл. Да он на последнем уровне снижает... Прокачки снижает 120 урона. Это нереально. Но его качают на самом деле очень редко, максят, да? Только в некоторых каких-то экстренных ситуациях. Ну и Брейнсап, который на последнем уровне наносит 300 урона и отхиливает тебе ровно столько же, сколько и нанес. Найтмэйр, который позволяет задизейблить кого-то из игроков вражеских, либо засейвить своего от какого-то физического насилия. Ну и Финсгрип, который неплохо дизейблит оппонентиков. Yellow Submarine решили взять себе еще ВР-ку четвертым героем. Опять-таки это неплохо, потому что пушат, бегает быстро, эскейп есть, кэрри потенциал тоже неплохой. В общем, посмотрим, что это с этой ВР-очкой желтой субмарины нам покажет. Желтая субмарина, точнее. Она одна. Вот так. Так, ну что, 37 секунд дополнительного времени у ребят на это дело есть на пик. На пике. Вот так вот. Ну ладно. Ждем. Пока что у Yellow Submarine пик особого какого-то скилла для исполнения
представляет, потому что, ну, все герои достаточно дефолтные, научиться на них играть хорошо тоже много ума не надо. Вот. Единственное, что каждый из вас, ребятки из команды Yellow Submarine, должен понимать, что, собственно, от вас требуется. Винтер Виверна подъехала вот, ребят, с команды СВБ, и я хочу сказать одно, вот это Винтер Виверна может испортить, на самом деле, все, что только можно ребяткам из команды ЕС, потому что... Да потому что. Кидаешь ты, блин, на ВР-ку ультимативную способность, Winter Curse, да, не все эту ВР-очку насилуют, если ВР-ка все-таки будет каким-то здесь какую-то ключевую роль играть, да. И все. И здрасте, приехали. Вот это у меня аргументы. Так, ну что, последний бан от обеих команд подъехали. У СВБ это Аслардар. Не хотят, ребятки, видеть против себя такой мощный минус армор. Ну и, соответственно, вот ребят с команды Yellow Submarine заходит темпларочка последним героем в бан. Наверное, потому что они рассчитывали, что СВБ будут пикать последним героем какого-то мидового героя. Ладно, посмотрим. Пошло дополнительное время, целая минута. Минуточка дополнительного времени есть у ребят из команды Сил Света. Секунд, ребятки. Ну ладно, пусть ЕС думают. Никто их никуда не торопит, опять-таки. Мы с вами их ждем. Покорно. В принципе, как и всегда. Ой-ой-ой, это Свен, ребята. Интересно, какой это Свен? Посмотрим. Вот честно не знаю. Вот честно не знаю, какой это будет Свен. И Эмбер Спири заходит от СВБ. Вот это да. Ну что ж, Квиста будет играть на Квапе. Дейл на Найтсталкере. Фервиан на Бейне. Смайли на Винтер Виверне. Силхед будет играть на ВРочке. ПСМ на линии. И Мипошка на Туске. Вот это беда. Это вот эти звуки, это нехорошо. Так, ну, ребятки, разобрали себе героев. Мы с вами перетягиваемся к игре. Ага. Вот как это работает? Ладно. Ладно, как это работает, я не знаю. Мы с вами переподключаемся. Печаль, печаль вообще. Вот какие-то неполадки, на самом деле, они очень неприятные. Я переподключился. Тут ребятки что-то ждут тоже. Меня, не меня? Да не, навряд ли меня. Я-то им зачем? Артес у нас будет играть на Свене. Очень прикольно. Для него, я думаю, это будет все происходить. Сычек такой, ой-ой-ой. Даже еще угар наблюдать за ними, как они не прогрузились. Ладно. Ну что, мы ждем, ребят. Какие-то неполадки у всех сегодня. Ну ничего страшного. Так, Винтерверн уже куда-то летит. Куда летит Смайли? Или... Да, да, Смайли летит. 550 монет, абсолютно ничего не закупил пока что. И ждем мы с вами, я так понял, ребята с команды ЕС. Или нет? Или да? Ладно. Так, паузу отжали. Кто у нас тут подлетел-то? А, Найтсталкер купил себе Stout Shield. Перетягивает сразу же на ботом. 4 танга. 2 enchanted манга.
Iron Branch, рядом за спиной, точнее, у него бежит Bane. Опять-таки один Observer Ward, два танга, Clarity, Healing Self и Enchanted Manga. Тут рядом находится Ember Spirit, запулен двумя тангусами, Stout Shield, грейженный, да. Ну и, собственно, два Iron Branch. А тут ой-ой-ой, по смокам сейчас ЕСы идут, впереди бежит Туск. Пока что ничего не вкачал, тыкнули сразу же Observer Ward. Наткнуться же сейчас на Queen of Pain, но есть у нее блинкаут. Есть или нет? Уходит на блинкауте, лол, все смоуки спали, и теперь ребятки из команды СВБ просто разбегаются по разным сторонам. Как не среагировал сейчас Артас, я не понял. В ренжи особо не хватало, что ли? Да ренжа огромный у Свена, по-моему. Особенно сейчас вообще. Ладно, вот этот ганг под смоуками, он себя не реализовал. First Blood тоже сделать не получилось ребяткам из команды Yellow Submarine. Ну и они, наверное, что они? Они продолжат просто делать все, как делали раньше. Ладно. Будут играть они без First Blood. Сейчас какой-то, наверное, брейнсап будет в кай. Нет, Nightmare. Ой-ой-ой. Так, Nightmare. Перебивает его Лина. Туск, скорее всего, должен уходить. За руну буду драться. Сейчас есть Андайлка. Откидывается Дикеми. Ой-ой-ой. Сноубол. Винтер верно здесь пытается как-то харасить с первого спела. Туск забирает на топе руну богатства. На ботме забирает руну богатства. Свен. 640 монет. Свен, что ли, в мидл будет стоять или нет? 20 клеты сейчас у Лины. Первый уровень. 4 тангуса и собственно, Кларити. Вардик, опять-таки, абсолютно идентичный прошлой игре от ребят из команды СВБ. Ну, а у Yellow Submarine тут два Вардика, и СВБшечки тоже здесь тыкнули его. Ну, такие дела, на самом деле. И что делать здесь? Свен, станчик от Лины, Тамиков, надо дать еще пару тык с руки. Ай, вкачал здесь все-таки Searing Chains, здесь Эмбер, отхиливаться Healing Self'ом. И все. Ну, так вот. Бейн стоит, помогает крипочков добивать. Так, хорошо, кулдаун спал, можно сейчас его связать. Связочка сработала, рано ударила сейчас, ударил Лину Эмбер. Вот это фейл от СВБ на данной стадии, это вообще какая-то ля-ля. 50 хп уходит Бейн, на самом деле очень критично. Он здесь ушел, ну это ладно. Так, по добитым отнят крипам, вообще ничего и пока что нету. Ну, в принципе, это только первая минута, ты крипа у Туска. По общественности тоже пока что парень в топе. Так, на сноуболе залетает квапу. Очень больно, они ей бьют, при том, что у нее хп вообще фактически нет. Ну, 200 хп она сейчас стоит, ей дали пару тычек. Опять-таки тайминговый стан от Лины и Свена. Searing Chains сделал свое дело. Dragon Self, ой, господи, да, Dragon Self не попал. Нет, попал, но Эмбер-то живет. Сколько у него с собой банок-то на хп было? Посмотрите, что делает вот это вот дабла со Свен с Линой. Это жесть какая-то просто. Вышка уже толкается, тут три ренжовых крипа, которые эту вышечку харасят. Нормально. Так, тыкнули здесь обсервик, ребятки из команды Yellow Submarine. Ну, лады. Так. Что у нас на ботами? На ботами у нас ВРК. ВРК второго уровня. Ring of Protection. Крипов она тоже достаточно хорошо добивает. Фактически не пропускает вообще. Ну, а стоит она против Найтсталкера. Так, Лина забирает руну регена на где она забирает? Руну регенерации заюзала. А, ботл, лол, я даже ботл не заметил. Ну а на ботами Бейн задействовал руну богатства. Когда Бейн успел? Как так быстро перетягиваться, ребятки? Ладно. Андайк стоит, получает экспириенс с пулов. Не добивает он крипочка с дикея. Но в соло рип вкачан. Второй уровень у себя заветный получил. Туск уже третьего левела. И я так понимаю, пока что ничего не вкачал. Взял себе Boots of Speed. Что-то летит с Вену. Так, что у нас тут на виде происходит? А, Винтер и верно. Юзает свой Винтер Кёрс. Ой, господи, Арсик Бёрн. Залетает сюда Туск на сноуболе. Забирает с собой Андайнга. Надо сейчас убивать вот эту вот змеюку. Не змеюку, дракона. Квапа залетает. Дает Shadow Strike. Все это заходит в Андайнга. Есть у него сейчас... Вот есть Enchanted Manga. Но в кулдауне это все спелы. Смысла особого юзать их нету. Туск разменялся своим тиммейтом на Винтер и верну. И счет 1-1. Но First Blood все-таки достается Queen of Pain. Что делает Туск? Блин, Туску очень больно. Сюда еще какой-то второй телепорт идет. А, Винтер Виверна. Вон Винтер Виверна сейчас, наверное, этого парня запечень. Да примет. А, тут уже пришел Андайнг. Откидывается Дикеми. Опять-таки по двоим попадает. Квапа уже бедненькая бэкается. Так, руна регена для Лины заюзалась. Заюзалась, конечно. Откидывается она своим первым спеллом по Эмбер Спириту, но не попадает. Ладно. Ой-ой-ой, Свенчик.
Станчик-то залетел в флеймгвард, поэтому особо много количества хп Эмберспир здесь не потерял. Вообще не потерял, потому что урон-то у Свена магический со стана, да, хаммера этого молота. Так, я так понимаю, ВРК была вынуждена забэкаться. Прилетает, дает пауэршот, пауэршот второго уровня, шекл на единичку, Виндран тоже. Четвертая минута от Найтсталкера. Посмотрим, что сейчас этот парень будет творить вообще. Ой-ой-ой, Мипошка, начинают они тут с Кантом драться. Ну, что-то ничего не происходит вообще. Квапа просто уходит отсюда спокойно на блинкауте. Вот так вот. Ладно. Начинает очень больно бить здесь Андаинга. Есть у него, если что, хилочка с собой, которую он, собственно, не повременил, заюзал. Пытается сейчас как-то забайтить Queen of Pain на блинкаут с ее, но... Но она не байтится, живет. Так, здесь Бэйн делает отводы. ВРК, кстати, может очень сильно встрять, потому что все-таки это ночь. Баланар уже 5-го левела. Получает пауэршот. Заюзал инчат от манга. Есть у него сейчас воя 3-го. Сейф-телепорт. Хорошо, на ботом. Можно сейчас зацепить Найтсталкера. Шекл. Шеклом никого не связал. Ай-яй-яй. Есть пауэршот. Есть пауэршот. Пауэршота попадает. Хорошо. Вот это второй скиллочек. Господи. Болею как за родных, не знаю, за обеих, за обе команды. Найтсталкер молодец, что живет. А Undying не молодец. А, что Солурипа не откинул. Вот так вот вообще. Так, ну что, опять-таки флеймвард. Все это впитывает магический урон. Сейф телепорт на мидл какой-то идет. Но ребятки из команды Yellow Submarine идут до конца. Станчик тайминговый от Лины. Так, Винтер, Виверн, Арктик, Бьорн, Стан, опять-таки от Свена. Свен под хостой сейчас находится. Ну, хочется Свену, но колется. Ботл, заюзал, побежал, передумал. Как это, как, что происходит вообще? Свен потерялся. Так, у Лины-то есть на стан? Ой-ой-ой. Можно станчиком откинуть? Нет, станчиком не будет откидывать, ребятки, все равно не убьют. Так, тут Найтсталкер. Ну, Найтсталкер, скорее всего, Лину здесь отпускать не будет. Но Войдом он лол не достает, фейзы есть. Ночь, 6 минута, тут Туск. Сноубол, хорошо, застанил, засейвил своего тиммейта, живет все-таки здесь Лина, стана Свена подлетает, хорошо, можно даже сейчас еще попытаться не отпустить Найтсталкера, ну Найтсталкер откидывается своим первым спеллом, забивает здесь Лину, пытается под, вот как, зачем драться под щитом, господи, этого самого, Эмбер Спирита, ну ладно, размен 2 в 2, двойное убийство совершает здесь Undying, Квапа попадает только по Свену, Соник Вейвом и Скримом. Вот, ну а Undying живет. Томпстоун забрила Квапа. Вот так вот, 1200 монет у Undying. Какой вообще экшен какой-то, я на самом деле не улавливаю даже всех событий. Так, ну что, по общей ценности пока что в топе Queen of Pain. Посмотрим, что у нас по графикам. Ну не серьезно, ну 750 экспириенса, это, ну в принципе, 7-я минута, что тут может быть серьезно. Ну и чуть более 300 монеточек в пользу ребят с команды Yellow Submarine. Вот так вот. Ну и СВБ тоже на данный... этапе чувствую себя более-менее комфортно, то есть особого отставания по монетам я на самом деле не замечаю, оно не так критично пока что. Ладно, Свен получил 6-й уровень, вкачал он себе свой сплэш, сплэш урон, возможно, чтобы подталкивать немножечко лайны, вот, ну и правильно, собственно, сделал. Так, что у нас, ай-яй-яй, что здесь делает Бэйн-то за спиной, подлец, партизан, 3-й уровень, брейнсап на двоечку. Найтмэйр на единичку. Ну, пока ночь, надо, наверное, что-то придумать. А теперь Вижена у СВБ нету. Стоят они на хайграунде, чтобы, если кто-то к ним подошел, они это беспалевно этого чувака приняли. Так, где Свен с кем дерется вообще? А, Свен с крипами. Ой-ой-ой, какие пулы. Вот для чего был Свену взят сплэш. Я пулы это даже не заметил. И Лина ему тут помогает фармить. Круто. Ой-ой, какие-то разборки, пытаются подцепить Андаинга. Ставит он все-таки Томпстоун. Можно откинуть сейчас Солрип, хорошо, Дикеми. Дикеми в спину, спамит, залетает сюда. Сноубол от Туска. Так, есть Валораспанш, все это заходит по Эмбер Спириту. Живет кое-как здесь Найтсталкер, выхилит его в Винтер Виверна. Драгон Селф, хорошо, пытаются еще... Ну, как стики работают сейчас у Найтсталкера? Найтсталкер все-таки не выживает, делает двойное убийство. Туск. Хорошо, станчик от Свена очень хороший, заходит здесь Квапа. Получает шекл от ВРК, прилетает сюда еще и Андаинг. Можно откидываться или убивать, по сноуболам залетает Туск. Остается убить только Винтер и Верну. Винтер и Верна одна остается. Тэп-аут. Делает или не делает? Делает отсюда спокойно тэп-аут. Трипл килл от Queen of Pain.
Какой... Что по итогам боя? 4 в 4 выкупа Тандаинга. А зачем выкупал Сандаинга? Он прилетел вообще в тимфайт-то? Да, походу, он только что пришел. Видимо, он ожидал, что затянется как-то тимфайт, но не пошло. 2600 урона нанесли ребятки из команды СВБ. Получили они, конечно же, больше голды, чем Yellow Submarine. Особенно Queen of Pain получила 920 монет за данный файт. Ну, а экспириенса все-таки Yellow Submarine получили больше. Купила она сразу же себе Urn of Shadows, ПТ-шечка. Вот такие вот дела. ПТ-шечка это хорошо. Грейженные стики, ботл. Что у нас за Тари у Винтер Виверна? Грейженные стики, Boots of Speed, Clarity, ну и по одному вардику каждого вида. И пятый уровень. Туск уже бегает, собственно, с Робой на Май. Rope of the Mage, брасерочки, грейженные стики и, собственно, ботиночки. Арканы. Арканы ему тут, конечно, заходят. Тут что Лина, что Свен, они все... Мани-то нуждаются. Андайнг тоже 6 левела. Томпстоун на двоечку. Soul Reap на двоечку. Ну и Дикей тоже на 2 раза вкачаны. А здесь Винтер Виверна с помощью своего второго спелла фармит тоже стаки, которые, видимо, сама себе делала. Придет и поможет ей Queen of Pain. Ой-ой-ой, заявил сейчас стан от Свена. Не заявил. Юзнул на себя Flame Guard. Это Ember Spirit. Ну и тем самым сохранил себе энное количество хп. Так, тут ВР-ка уже с фейсбуцами, зацепила на себе руну ускорения, ну а на топе руна богатства находится. Напомню, что прошлая игра закончилась за 13 минут в пользу ребят из команды СВБ. Лина перетянулась на топ. Есть у нее, кстати, сейчас Лагуна Блейд. Тэп-аут от Андайнга на миду. Пытаться сейвить Артаса будет или нет. Да, подсейвил он тут Артас. Артас живет, в принципе, и так. ПТ-ха есть. Есть Морбит Маск. Переключает ботиночки, отпивается батлом. Все как надо. Тут что у нас? Тут стаки делаются Бейном. И Виндриверны делаются стаки. Это хорошо. Уже 2 стака ребятки сделали двойных. А тут уже вообще тройной стак. Вот так вот. Так, Найтсталкер. Где-то завязал ульту. А зачем завязал ульту? А на топе какие-то проблемки. Лагуна Блейд от Лины. Что делает PSM? Queen of Pain. Соник Вейв дает. Убивает она опять-таки Лину. Бегает сюда Туск. Прыгает сюда на блинке своем квапа. Откидывается она, собственно, своим третьим скиллом. Скримом. А вот здесь у тебя уже будут проблемы, золотая моя. А нет, подходит Винтер Виверна, дает хилочку, прибежал вовремя Найтсталкер, пытаются отпускать все-таки здесь, скорее всего, Туска. Нет, Туск улетел. Хорошо, пришла ВРшка, дала Focus Fire Шекл. Тем самым она пыталась подсейвить Андайнга, но своим вторым спеллом убивает Винтер Виверна еще и бомжа. Ну и вот так вот. Вот так вот. На топе, на миде что у нас происходит? Артас пытается драться сейчас с Пикачу. С Эмбером. Эмбер 8 уровня, кстати, пивается ботлом. Нет, у него ремнанта сейчас. Есть Лина со станом. И тут еще и Свен со станом. Опять-таки, все это очень тайминговое. Ну и ласт. Вот. Если бы сейчас убежал этот Эмбер, я бы офигел просто, потому что Лина не откидывалась своим Драгон Селвом. Ладно, ну и, собственно, Лина сразу перетянулась на фарм лесочков. Правильно она сделала, Эмбера не будет еще целых 15 секунд. Ладно. Так, 5600. Queen of Pain на 12,5 минуте она имеет такую сумму. 900 монет, что сейчас летит? Тут, наверное, какой-то выход в Аганим Скепетр. Конечно, это Point Booster. Ну, вот с Point Booster, конечно, уже будет полегче играть. Все-таки ХП, дополнительная мана на полу не валяется. Свен тыкнул. Нет, что тыкнул Свен? Ничего не тыкал, не тыкал Свен здесь. Купил он себе Mask of Madness, 10 уровень, ульта на единичку, конечно же, замакшенный стан, и Great Clave на троечку. Третий спелл на 2 раза вкачан. Виндрейнджер 8 уровня, по слотам все печально, на самом деле, потому что стояла на соло, стояла напротив Найтсталкера. Хотя, с другой стороны, вот, по добитым отнято крипам, у них вот просто равное количество. А вот откроем общую ценность, бабах, а тут уже ВРочка в топ. ВРочка лучше, кстати, нафармила. 1500 монет просто на руках копит, непонятно на что пока что. Вот, ну ладно. Так и быть, посмотрим.
Так, закупила Лина по одному вардику каждого вида. Есть смоуки, брассер, бутс оф спид, аркейн бутсы появляются у Виндер Виверны. Виверна 6 уровня, ульта появилась, 250 экспириенса назад. Ну а тут какой-то смоуганг от СВБ. Интересно, что сейчас ребятки сделают. Впереди бежит Найтсталкер. Будут пытаться выцепить, наверное, ВР-ку. ВР-чик стоит вообще по своей вышкой. Ага, смотри, PSM сейчас нарисовал в лесу, что находятся их враги здесь. Вот так вот. И сразу ЕСы просто-напросто перетянулись. Причем PSM нарисовал все так грамотно. Вообще вот прям точно-точно в то место, где находились ребятки из другой команды. Так, Неймбер накидывает под хил Виверна. Ну и заход на тир-1 вышку от СВБ. Очень на самом деле быстрый и экстренно. Ребятки из команды Yellow Submarine перетягиваются. Находят вражеский обсервик. И надо цеплять. Хорошо, заходит Свен. Шекл заходит, но Шеклом никого не связывают. Так, пошел здесь опять-таки от узка Сноубол. Ой-ой-ой, стан от Свена в распад. Все это залетает в Найтсталкера. Вот весь прокаст просто пошел в Найтсталкера, но Соури последнего Тандайнга не позволил этому герою отсюда убежать. Но впитал он такое огромное количество урона, что я на самом деле в шоке. Столько урона. Так, еще как... А где подцепили-то? На Рошане зацепили, не отпускали. Все-таки тут Бэй нагнали. Вот. Ну а теперь ответный заход на тир-1 вышку на мидл от Yellow Submarine. Что эти ребятки будут... Так, ну все, тир-1 забрали и решили, что надо забэкаться. Туск тут с помощью айс-шардов своих и сноубола с валораспаншем фармит лесочки. Есть барабаны у парня, 1000 монет сверху. Я за него искренне рад. Ладно, фармит. Пусть фармит. После данного файта у Свена топовый показатель по количеству голды. Еще и динает вышечку. 1800 монет у Свена. Вот так вот. Появляются арканы у Лины, появляется ПТшечка у кого? У Эмбер Спирита. Есть у него еще Аквила. И забирает барабан на себе Туск. Так, Найтсталкер где-то опять-таки ночь заюзал. Гонят они здесь, лох и по у Ван Дайнга. Стики прожал, но опять-таки воет от Найтсталкера. Не оставил шансов на выживание Ван Дайнгу. Вот сейчас, в принципе, ребятки из команды ЕС смогут перетянуться. Ой, а что делать? А, хорошо, Туск. Так, поставил на автокаст Валораспанш. Уходит отсюда на своем ремнанте. Эмбер, хорошо, пытаются подцепить его. И все это заходит в хилочку Винтер Виверна, Валораспаншик и все это дела. Вырочка здесь Фокус Файра дала у Энаф. Все-таки в иллюзию подрезал Свен Винтер Виверну. А вот Фокус Файр от Верки я как-то вот этот вот в иллюзию прикурил. Так, ладно, Свен выформил себе даггер, приобрел сразу же. Ну, а с даггером теперь, конечно, будет все поинтереснее у Свена. Лады. Посмотрим, что Свен с даггером будет мутить. Так, тут у ребяток из команды СВБ уже вардик упал. А вот Yellow Submarine имеют в вражеском лесу вижен. Ну и, так сказать, лесами-то поменялись. Ребятки, Квапа фармят во вражеском. Ну а тут... Ой-ой-ой, что тут происходит-то? А, на ботом хотят Yellow Submarine перетянуться. Ну нет, тут что тут Свен? Свен лесочки фармят. Он только что купил даггер, у него уже 800 монет. Тут был тройной спавн. Вот так вот. 1000 монет фактически. Ну и хилится пацан, соответственно, за счет такого количества урона и Морбит Маска. Ну, уже Mask of Madness, конечно же, но ладно. Так, на ботами ребятки из команды Рейдентов потеряли, собственно, опять-таки, первую вышечку. Тир-1 под смоками. Отдай только без смоков. Подцепить Эмбера будет нереально. У него стоит ремнант, если только не отпускать его. А ремнант, кстати, недалеко, лол. И Туск, походу, догадывается, где стоит ремнант или нет. Стан, не выпустят. Не выпустили из стана просто-напросто. Эмбер такого развития событий не ожидал и, ну, подфидел. 287 монет он отдал в эрке. Но по-прежнему в топе Свен. Вот 1500 после покупки даггера минуту 2 назад. Это неплохо. Вот так вот. Свен 12 уровня. Все, пацана, круто. Так, смоки приобрела Винтер Ивер на себе. 8 уровень. Замакшенный. Второй спелл. Сплиннер Бласт.
Хорошая штука, конечно, хорошая. 340 урона на полу не валяются, замедление тоже там приличное, 25%. Но пока что-то не очень. Хотя счет 12-11, это нормально. Так, где-то подцепили Бейн, я все это пропустил. Какие? Сколько? Три телепорта сразу же на ботом. Лакуна, Блейд, Лакуну, фистами, заевейдил Эмбер Спирит. Хорошо, Винтерверна ультанула, Мипошечка умирает. Тартас дерется до конца под маску Мэдесом, откидывается станчиком. Надо драться, надо сейчас бить, наносить урон. Пытается хилиться, живет, но не выходит. Хорошо, Артаса убивают, PSM остается против Найстакера, получает сальность, тут на подхвате Андайнг с Саурипом пытается подхиливать, Шеклом связывают здесь Лину, Лину не отпускает, но Андайнг на депауте, конечно же, уходит. Вот так вот, вот так вот. Все достаточно странно сейчас. Хотя вот эти вот массовые телепорты на сейф от СВБ, они реально себя реализуют по графикам. Как графики-то упали после этого файта. Просто посмотрите на это. Около 3000 преимущества по экспириенсу в пользу Yellow Submarine. И чуть-чуть больше 1000 по монеточкам в пользу последней упомянутой команды. У Квапы уже появился здесь Аганим Скептор. А это значит, то, что кулдаун ульты всего лишь 40 секунд. Ну а урон сколько? 440. Чистый урон. Вот так вот. Даже сквозь БКБшечку пробивает. Это, конечно, хорошо. Для Квапы. Для Квапы это хорошо. Так, туск 11, 1600 монеточек у парня. Ну и Свен фармит лесочки. Свен будет выходить, конечно же, в БКБ-ху. По пику сразу видно, что... помогает тут PSM Артасу, своему тиммейтику, пофармить лесочки с помощью Dragon Slave'ов. Ну это такое дело. Сейчас, что произошло? А, Латару в Эрке. Заходит сейчас она в лесочек. Ну и будет, видимо, кого-то искать. Но никого не найдет она здесь вообще. Тут никого нет просто от СВБ. СВБ очень аккуратно, на самом деле, держится. Никогда они не выползают, не поставляются. И когда, если кого-то из них одного ловят, эти другие четверо прилетают и ломают всем кабиночки за своего тиммейта. Вот безвыжено. Безвыжено сейчас СВБ находится под смоками в вражеском лесу на лавочке. Кстати, Найстакер купил уже себе барабан и, видимо, пытается выйти тоже в Аганим Скептор. Тут пока что, ребят, без слотов. Glimmer Cape приобрела Винтерверна. Glimmer Cape это очень крутой, это на самом деле слот. В последнее время даже популярный. Сверхпопулярный. Вот. Ну, ладно. Это, в принципе, можно объяснить. Для саппорта он подходит вообще великолепно. Так, тут что? Staff of Wizard, 530 монет у ВРки. Лотар. Ну и, собственно, Boots of Speed. Mask of Madness с Венчика тоже неплохо работает. Потому что они достаточно быстро, Свен что-то. Телепа. Щиточек стал чилд. Он продал, купил себе. Ой-ой-ой! Фокус файр от ВРочки. Надо сейчас. А, нет, не боится сейчас. ВРка получает драгонслейф. Ой-ой, распанш. Хорошо, еще таки. Как? Что? Господи, что происходит? Опять-таки Вартаса. Ульта от Винтерверна пытается тускил как-то бить. Квапа дает Соник Вейв. Скрим тоже был дан. Станчика попадает по двоим Лина. Пауэр что-то от ВРки подрезают. Здесь все-таки Эмбер умирает. Бейн след за ними отправляется. Еще и Найтсталкер. Станчиком немножечко Лина не догоняет. И тут на блинкауте уходит Queen of Pain. Какое мясо происходит. 3 в 1. 3 в 1 разменялись сейчас ребятки с команды 1 в 3. Разменялись ребятки с команды Yellow Submarine. Ну что ж, посмотрим итоги боя. 3000 экспириенса ребятки срубили. И 1100 монет. Вот так вот. В два раза больше урона нанесли здесь ЕСы, но, и, блин, да, понятное дело. Они и убили троих. Вот так вот. Ну, круто, круто, конечно, для ребят. Что по графикам-то у нас? А графики опять возвращаются в колею. У нас тут просто какой-то вот качельки. Ей-ей, Финсгрип, Вандайнга. Убивают или не убивают? Тут просто Лина. А Лина, подожди, как она станчиком-то кидала? Станчиком что-то не попала она по Бейну. Очень странно. Она, видимо, боялась, что ее подцепят тоже за печеночку вместе с Андайнгом, пока она ее будет спасать. Вот, ну ладно. Гем купила себе Винтерверна. Винтерверна 11 уровня. Кстати, появляется здесь Персеверанс у Эмбер Спирита. 1650 монет. Ну а ребятки с команды Yellow Submarine, видимо, будут лайн на топе толкать. Или не буду, потому что сейчас найдут они Найтсталкера. Ю-ю, смотри как что делает. Что делает Найтсталкер?
Так, Тусквел Распанш, ай-яй-яй, Сноубольчик, хорошо станет Лина Драгон Слейв, хорошо под фестами прыгает Эмберс вроде бы. Уходит вины с Верка, но она же не знает, что сейчас у Ведры Верны еще есть гем. Или знает. Почему Квапа... Что произошло? Квапа не отпустила Туска. Просто Блинк, Скрим и Соник Вейв. Даже Скрима не было. Пытаются найти Верку здесь. Верочка уже давно в другом месте бегает и, собственно, проблем не знает. Ну ладно, один в одного. Туска разменяли на Найтсталкера. Вот так вот. Или Найтсталкера на Туска. Кому как угодно. Вот так вот. Так, чё тут, что делает этот Эмбер вообще дерзкий, дикий дерзкий. Стан есть у Лины, станчиком попадает. Фистами не получилось у Эмбер заэвейдить эту штуку. Эмбер! Лина, кстати, ее лагуну второго уровня можно было бы по голове сейчас зарядить. Но на тэп-ауте, конечно же, отсюда Эмбер уходит. Так, а здесь находит какой-то файт на Рошане. Найтмэр хорошо забирает здесь Рошана. А Егис достается в Эрочке. Артас хорошо, как они бьют здесь Винтер и Верну. Винтер и Верна умирает. Квапа залетела, дала скрим. Подрезали здесь Анданг. Заходит Найтсталкер. Что делает Найтсталкер? А гем подобрал. Тут Верка бегает. Невдомек ей то, что Найтсталкер подобрал гем. Они его даже, по-моему, не заметили. Артас дерется до конца, но Кристаллиса-то нету, чтобы нанести нормальное количество урона. Валрас Панш. Так, опять-таки. Прилетает сюда Эмбер на фистах. Связал двоих. Умирает, скорее всего, Туск. Туск отправляется в таверну. Но осталось догнать только Верочку. Верочка получает сальность от Найтсталкера. Пятки очень сильно замедлено с Shadow Strike от Queen of Pain. И минус 4 от СВБ. Минус 4. Ну, куча урона. Ну, просто куча. 6000 урона. Грамотно зашел Sonic Wave. Клевая ульта от Винтера Верна. Вот так вот. Минус 4. Сейчас Yellow Submarine дали огромное количество преимуществ вообще. Посмотрим, что по графикам. Вот эта квапа, которая берет деньги просто, я не знаю откуда, 4100 монет. Ну, блин, ладно, 9 убийств, 1 смерть, это да, это понятненько. Вот, ну ладно. Так, что по графикам-то у нас? По графикам 2500 ведут в экспириенсы по-прежнему Yellow Submarine. Что на самом деле удивительно. Квапа тут вообще не жалеет ни спеллов, ни маны. Потому что есть регенчик. Руна богатства достается Эмберу. Так, ну и... 1100-1200 где-то по голдишку в пользу ЕСов. Найтсталкера где-то подрезали, кстати. Купил он себе Ogre Club. 24 монеты сверху осталось. Ну, блин, Dota это непредсказуемая игра. Камбэк Азриэл, это Израиль, господи. Вот, ну ладно. Поэтому пока что не будем загадывать наперед. Так, Эмбер тут фистами пытается как-то фармить. Есть у него, кстати, Battle Fury. Очень странно, почему он с руки-то не бьет. Не так уж и много урона наносит эти крипы. А, застакает он, собственно, и хотел. Что он, собственно, и сделает. Не застакалось. Вот так вот. Так, руна Инвизика на топе. Находится, никому не нужно. Бедная вообще стоит. Все на нее забили. Вот так. А Свен в свое время фармит. Свен пытается догнать, конечно же, Queen of Pain, но не хватает немножечко 1800 монет, чтобы догнать. Но этот-то парень уже 16 уровня. Есть БКБХ, есть 750 монет на руках. Ну и очередные двойные спавны он сейчас заберет. А что-то дерзко тут Лина отыгрывает. Ну, кстати, есть у нее. Чё бояться? Есть Юль. Можно в Юль кого-то подымать и давать тайминговые станы. Кстати, Хекс. Хекс у Квапы. Полностью собраны. Просто райт-кликом фактически. Только что у него в затаре там было что-то куплено. Смотри, что делают. Смотри, что делают. Лагуна. Все это заходит по квапе. Квапу закидывает Винтер Верну здесь в глиммер. Станчик. Хорошо, Свен, БКПшечка. Ульта. Ой-ой-ой. Валораспанш от узко подрезают Винтер Верну. Пытаются СВБ сейчас разбегаться. Эмбер фистами. Пытался байтить, но... Уходит он отсюда на фисте. 3 секунды. Ой-ой-ой, финсгрип от Бэйна. Это тупо кайт на то, чтобы Свен... Ой, на то, чтобы Найтсталкер выжил. Но Найтсталкера тоже отпускать не должны. Есть сноубол. На сноуболе заезжает Найтсталкера. Будет ли что-то или нет? Тут Артас дерется. А что происходит? Что происходит? Тут где-то квапа зарядила Sonic Wave. Подрезали Туска. Туска не будет 50 секунд. Опять-таки, шекл. Все это заходит в молоко.
Влетает тут Сигель от Туска, но отпускает, скорее всего, Анданка. Тоже не должны пытаться как-то хилиться. Станчик от Инна попадает по цели. Лох и Повы здесь на сталкере прожимают Сиги. Так, на фистах и ременантах пытается гнать все-таки Эмбер здесь своих оппонентов. Ну, Свен, надо драться. Ай-яй-яй, Джора, там мало. Гем опять-таки отдают ребяткам из команды СВБ. Минус 4 от СВБ. Остается отгонять только Верку. Верочка залетает. Сколько ману у этого Эмбер Спирита? Я просто в шоке. А Гем оставили лежать, и поэтому Верку-то не запалили. Вот это мясо просто. Подожди, Эмбер. А, я думал, он уже за ВР-кой даже бежит. Хотел уже офигеть, на самом деле. Так, ну, папа бегает во вражеском лесу. 18 уровень у нее есть. Гем. Гем, Хекс, а что еще для счастья надо? Ничего, правильно. Вот так вот. Минус 4 опять отдали, ребятки, из команды Yellow Submarine. Experience. Преимущество по экспириенсу свелось абсолютному нулю, фактически. А тут уже даже СВБ по фарму, конечно же, ведут. Ну вот, вот Свену, ну вот не хватает, серьезно. Вот тут какой-то вот такой вот маленькой дольки, что ли, какого-то кристаллиса, чтобы вот эти вот криты прокляли, и ты отжирался, как бешеный. Ну вот не хватает, к сожалению, для Свена, по крайней мере. 22-25 счет на 29-й минуте. На 30-й. Sky to Fice. Здесь лежит Sky to Fice. Вот это да. Это какой-то лаг, походу. Либо Квапа выкладывала там что-то. Так, ну сейчас, наверное, буду драться, ребятки, с команды СВБ против... Кто у нас тут? Видят они ВР-ку. Квапа может залететь. Хорошо залетает сюда. Дает она опять-таки здесь. А Хиксулечку... Просто закидывается Соник Вейвом, не страшно потерять абсолютно. А, гейм есть, вижу на пятки на квапу. Ой, господи, на Верочку, которая в Лотар заходит, тоже есть. Ну, килл легчайший просто. По-моему, СВБ сейчас уже не чувствует своих оппонентов, потому что, ну, бегают кучи, цепляют по одному. Если как-то сейчас вот просто вот ну, немножечко как-то не слажены. Играют. Ладно. Ну, ничего страшного. У ребят еще все впереди. Так, тут у Эмбера что у нас? Ультимейт Орб. Плюс 10 ко всем атрибутикам. Батл Фьюри. Пока что ничего нового не появляется. 1200 монет. У Найсталкера через 200 монет появится уже Аганем Скептор. А, ну а тут, я так понимаю, от квапы БКБшечка. Смотри, пытаются размениваться как-то вышками Еру Субмарину. Ой, какие телепорты. Свен. Ай-яй, получает ульту от Витер Верны, пытаются подсейвить еще и Эмбер. А Эмбер-то живет. Посмотрите, что делает этот герой вообще на Винтер Верне. Бэйн, Финсгрив, заходит это все в Артас. С Арсартасом надо сейчас развернуться, драться с разворота. Подрезали Эмбер Спирита, 67 секунд его не будет. Поднимают Ветра, Найтстакера. Что делает Артас? Артас, хорошо, Станчик от Лины, тайминг великолепный. Подрезали здесь опять-таки Бэйна. Так, Найтстакер боится Свен, то, что сейчас кончится БКБ. И Найтстакер заберет с одного Войда его. Что вообще творят? Тут на топе квапа подталкивала вышечку. 1900 монет есть у нее. Я так понимаю, ребятки с команды Yellow Submarine сюда бэкаться не собираются. Заходит в Glimmer Cape Winter Wyvern. Дополнительный арморчик бафает здесь. Свен варкраем своим. Ну и, собственно, Тир 2 вышечка тоже упала. На топе, наверное, надо сейчас как-то одефать. И все будет круто. Что происходит? Посмотрите, какой Несталкер дерзкий. А на ветра таманы нету. Арканы, ветра. Хорошо, живи подольше. Нет. Свенчик, ой-ой, Свен аквапа отпускать тоже не хочет. Дала Хекс опять-таки залетать сюда туз на дагере. Так, Валрас Паш откидывается с шардзами. Ну, вообще аквапа не чувствует, по-моему. Шекл. Хорошо, Фокус. Можно сейчас подбрить. Ай-яй-яй. Так, откидывается здесь Найтмейером Бейн. Подсейвливает. Еще опять-таки подхилка от Винтер Виверны. Сигель стоит и, собственно, ребятки бегают медленнее, атакуют тоже медленнее. Ну, а Аганим Скептеры появляются у Андайнга. Вот я как-то это все прозевал. Аганимыч есть у ВР-ки, теперь снижения урона никакого нету. Ну и Демон Эдж у Свена. Урона, в принципе, сейчас будет уже более-менее. Более-менее. Ладно. Так. Свен. Варкрай. Дождались, пока... Yellow Submarine сейчас тупо дождались, пока
Нет, не дождались. Дерутся. Хорошо, залетает сюда Свен. Дает станчик Вембера. Ай-яй-яй, как хорошо. Финсгрип, опять-таки Соник Вейф от квапы. Все это заходит очень больно. Артас, Артас здесь выживать не должен. Опять-таки ульта Винтервиверны. Хорошо. Всех с Эринг Чейнсами. Пембер Спириди своими, короче, связал. Пытается жить как-то. Андан Хилиса живет. Умирает 60 секунд. Его не будет вслед за Свеном. 46 секунд не будет здесь Найтсталкера. Пытается как-то Лина по голове нахарасить эту квапу. И квапа реально живет. Опять-таки от Винтервиверны. Эти герои просто нереальные. Что они вообще творят? Какой просто подсейф от этого героя, такого как Винтервиверна. Так, мимо. Ну, тут можно ветра себя поднять, немножечко пожить. Нет, тут опять-таки Шекл от ВРочки, Фокус, Файр убивают опять-таки Винтервиверну. Вот, что? Что произошло вообще? Как сейчас Yellow Submarine для себя подрались выгодно? Просто посмотрите на эти графики. Этот тимфайт длился, я не знаю, по-моему, вечность. Серьезно. Жесть. Ой-ой-ой, да что ты, Лина, здесь делаешь? Так. Шекл, хорошо. Тут опять-таки Эмбер. Да, не прожал фисты, братушка. Кнопочки перепутал, прожал тут свой, собственно, Серинг Чейнс. А вот Туск, вот как ты, братишка, скажи, как ты здесь оказался один в таком опасном месте? Ладно. Пикачу забирает здесь... Кто у нас на Туске-то вообще? Мипошечку. Вот это да. Пикачу забирает Мипошечку. Так, тут попытка от Бэйна выйти, я так понимаю, в Миказм. Есть Хедреска, Баклер. От Винтервиверны что? Рецепт на форставчик. У Эмбера. Эмберу сейчас что-то уже прилетит, кстати. Что летит Эмберу? Давайте посмотрим. Линкин Сфера летит и Эмберу. В принципе, это неплохо тоже. БКБ появляется у Queen of Pain. Ну, а у Найтсталкера пока что все без продвижений, как таковых. Так, у Лины, что после ветров, ничего тоже не появилось. Свен тут с демонеджем мы с вами видели. Верчик тоже 1500 монет. Ну, а Туск с Тайгером тут Персеверанс появился 1800. Ну, вот как будто чуйка у СВБН на то, что их оппоненты их под смоками сейчас где-то будут искать. Потому что, посмотрите, как они сразу притянулись-то вообще. Ну, здесь есть вардики, конечно. Посмотрите, СВБ сейчас догадывается, что их оппоненты будут в зоне около Рошана. Тут уже стоит Ремнант. Ой-ой-ой, так, Найтмэр сразу же его сняли. Шекл, а тут уже Линка, здравствуйте. Ой-ой-ой, вернулся, куда на Ремнанта вернулся? 4 секунды нет Ремнанта, ребятки. Артас находит сейчас Пикачу со своими тиммейтами, они его забревают. 75 секунд этого парня здесь не будет. Какая ошибка просто вот на самом деле Эмбера. Заход сразу же на Рошана, фистов-то нету, подраться тоже абсолютно нечем. Ну и легчайший Рошан на самом деле. 36-я минуточка. На самом деле поздно, Рошан это собирает. Ну ладно. Я что-то в голос проиграл, на самом деле, с того, что сотворил Эмбер. Он сейчас тупо подарил ребятам из команды Yellow Submarine некое преимущество. Он отдал себя, отдал он его не кому-то, а именно Свену. Ну и опять-таки Аегис у Свена тоже имеется. Кстати, тут уже рецепт на Кристаллис, Бердсворд. Ну и как больно Артасу, на самом деле. Еще и можно подрезать здесь Найтсталкера. Лол, лагу... Что произошло? Лагуна. Лагуны подбрили Артас, Лоу Хипови находится. Получается Сол Рип от Андайнга. Андайнг его подхилил, урну накинул тоже. Тир 1 вышечка. Ой, господи, тир 3 вышечка на ботами. У ребят из команды СВП упала. Так, залетел сюда Артас на даггере. Дал станчик. Опять-таки Сол Рипа на Андайнга подрезали. Queen of Pain. Под ВКБшечкой сейчас будет драться с ребятами. Ульта от Винтервиверна по Мипошечке. Мипошечка умирает. Не, лол, Свен задинайлся. Задинайл Мипошку. Это был Shadow Strike от Queen of Pain, я понял. Так, а чё, бараки-то не будем убивать? Станчик накинули, хорошо. Криты делают свое дело. А, не криты, это просто урон такой большой вообще. Вот. Ну и квапу тоже можно подрезать. Как сейчас сыпется СВБ? Вот где наступил этот переломный момент? Кто заметил, я не знаю. Пару раз ЕСы подрались. Пару раз отдали киллы им, СВБшечки, да? И вот этот вот файт на Рошане, который закончился просто потерей одного Эмбера. Вот он чем закончился? Он закончился потерянным лайном. Вообще абсолютно полностью потерянным лайном. Это вообще, ребятки, засада.
Вот так вот и делаются игры. Ладно. Что ж, Свен 20 уровня появился кристаллис у парня. Ой, доедалось уже. Лотус Орб собрал туск. Вот это да. 16 уровень Лотус Орб у парня. Круто, круто. Ничего не скажешь. 18 улины, 4975 монет. А, возможно, на выкуп оставляет. Ну, блин, 3800 у тебя есть. Иди закупи что-нибудь. Интерпретат Эмбер. Так, что у нас по графикам-то? Давно, кстати, не смотрели. 7500 по экспириенсу ведут ребятки из команды Yellow Submarine. И почти такое же количество монеточек у них преимущество по... по монеточкам, правильно. Вот, но... Если вернули, вернули себе они вот это вот... отставание. Сократили его, по крайней мере. Да еще и перефармили своих оппонентов. Ну вот, вот, вот ребятки из команды ЕС пикнули, конечно, вот что полегче. И вот на исполнение, по крайней мере, да, и уже игра более-менее пошла. Вот эти вот пара удачных файтов для них, да, тимфайтиков. Но опять смоуки от ребят из команды Сил Света. Будут они сейчас выходить на СВБ. Тут Queen of Pain находится с БКБ-хой. Ну и Эмбер 20 уровня. Ой-ой-ой, Свен! Ну, я не знаю. Вот у нас же парня Линка вообще. Линка бы там сработала. Не ожидали. Не ожидали все-таки сейчас, если... Это что делают? Тут Свен с двойным уроном и без ульты еще. Я думаю, что это заход на вторую линию. Аегис-то? Аегис-то уже нету. Ну ладно, я думаю, что это заход. Найстака прожал. Ночку. Ночку прожал. Характер показал. Ну, так, айшардами залетает сюда. Стой, ой-ой, ну тут же... Как? Какой урон? Вы просто посмотрите на это количество урона. Найтмэр накидывает Пикачу, пытается захилить. 637 урона. Надо сейчас, наверное, толкать какой-то тавер. Нет, хорошо. Канта пытается здесь зацепить, но он толстый. 2000 хп. Тампстоун. Тампстоун стоит и умирает, конечно же. Вот так вот, а теперь без Тампстоуна и ульты Свена и БКБхи заход уже будет не такой крутой и легкий. Но отчаянные СВБ дефуют, убили все-таки ребятки из команды Yellow Submarine Winter Виверну. Ну ладно, ладно. Вот, вот, вот посмотрим, вот реально сейчас посмотрим, как будут заходить сейчас ЕСы. Так, Квапа залетела хорошо на бринке, получил Хекс Андайнг. Фистами не попадает Эмбер Спирит и Сиринг ЧСМ тоже. Тут уже Лотус Орб накинуто на Дайнга. Бафает тут дополнительным спидом Свен. Квапат, посмотри, что делает Квапан. Вообще не отпускает. Отпускать упор не хочет. Она очень дерзко идет до конца. Причем единственная она здесь стоит. Дорошан целых 5 минут. То есть куча времени. Я думаю, ребятки будут до конца ждать. Ой-ой-ой, бегала прям по центрикам. Здесь ВРочка получает она опять-таки финсгрип от Бейна. А, ну и Эмбер Спирит получает стрик. 615 монет за ВР-ку. Здрасте, приехали. А что, тут что, Кристаллис уже летит, по-моему? Да, Кристаллис для Эмбера, это, конечно, хорошо. Если пару раз критульчики там в фистах где-то прокнут, это будет, конечно, круто. Так, ну, Свен, что ли? Свенчик что-то хочет придумать или не хочет придумать что-то, Свенчик? СМ, подталкивает с помощью Dragon Slave. Лайн. Что у нас тут? Найтсталкер, Найтсталкер 17 уровня. Тайс как-то деф, и тут уже идут большие крепочки. Не очень приятно все-таки их добивать и стоять против них танчить. Ну, ничего страшного. Ему это удается. 1600 монет уже у Эмбера. Так. Уходит отсюда на фистах. Ой, господи, на ремнантик свой. Ремнант стоял на топе у Эмбера. Вот. Ну, ладно. 1700 монет есть у Эмбера в запасе. Ну, блин, мы с вами все знаем, чем закончилась смерть, глупая смерть от Эмбера на
Рошане. Я не думаю, что он хочет повторить эту свою ошибочку, чтобы остаться без выкупа и как-то где-то глупо умереть. А Свен фармит. Свен, кстати, сейчас уже по общей ценности перегнал даже эту самую, Квапу. 279 крипов добито у Эмбера. И 264 у Свена. Но Свен на несколько тысяч вообще перефармливает этого Эмбера бедного. Ладно. Смотрим, что тут. Заходит, что ли, на тир 3? Ой, на тир 2, господи. Под варкраем. Крипочки подбегают. Бэкдорчика больше нету. Ну и можно, наверное, пушить. Верка даже Focus Fire не юзает. Тут какой-то, видимо, размен будет сейчас происходить у Эмбера. Если что, есть телепортик. Но вот Эмбер уже толкает, например. Сейчас СВБ будут... Ой-ой-ой. Ой-ой, подняли ветра. Хорошо, тайминговый станчик можно сейчас посейвить. Форставчик. Хорошо, Свен накидывает квапу. Квапу убивает. Боже мой, БКБХ не спасла. Выкупа-то нету. Так, залетает сюда. Эмбер фестами пытается как-то дефать. Артаса накидывают. Ой-ой-ой, как больно. Сульты ветры верны. Не надо катиться на файт. Не надо. Так. Тут, ну тут же, господи, у него же сейчас Линкен сфера. Надо толкать лайна, надо пушить. Фокус файр от Верочки в барак. Барак-то пытаются забрить. Сейчас мужской барак падает. Хорошо, остается только казарма магов. Ее тоже можно сейчас затыкать. Умирать тоже нежелательно. Конечно, залетая сюда. Тукс на сноуболе попадает он по Найсталкеру. Так, финсгрип по Верочке. Подхилка от ветра верно. По Эмберспирит. Эмберспирит небо ест ближнего боя. Не получается у него драться. Уходит он отсюда на ременатике. Подрезали еще и Бейна. Выкуп от Бейна. Но это все, конечно, хорошо, но бесполезно. Все способности у Бейна в кулдауне. Ну что? 2-4, ребятки, подрались. Выкупился все-таки Бейн. И Yellow Submarine забрали вторую линию на топе у своих оппонентов. Вот так вот. Это хорошо. Для них, по крайней мере. Все понятно. Появляются салтки расы у Свена. Выкуп ему вообще не нужен, я так понимаю, он решил. А вот у Эмбера появляется уже крест... Дайдалус-то. Дайдалус первый появился у пацана. Вот, ну... Это такое, конечно, дело. Мы с вами только что видели, как все не очень приятно шло. Тимфайтики у этого же Эмбера. Сори, гайс, если кто-то что-то слышал. Просто водичечка живительная. Так, тут у Анданга Глиммер Кейп. В Затаре у Туска появляется здесь еще Солар Крест. Пытается подцепить как-то. Верку уходит в БКБшечку. Накидывает на нее еще лоту. Сорп отсюда. Фокус фар. Как же больно сейчас на Найсталкеру прячет его в Найтмэйр Бейн. Так, пытается подхилить. Он бегает этот Анданг. Дерется. Лагуна Блэйд получает по голове Найсталкер. 70 секунд. Его не будет. Станчик от Лины. Хорошо залетает сюда еще и Свен. Где Свен? Где Свен? Я потерял Свена. Свен в сноуболе был сейчас с Туском. Ой-ой, как живет здесь на лоу хп. Фай-яй, Солури подкидывается по линии. Лина живет. Опять-таки финсгрип от Бейна в Свена. Артас вообще терпит все вот эти вот скиллы, я не знаю как. Размен 3 в 0 в пользу Yellow Submarine. Заход на Рошана. Это Рошан уже третий. Это Чиза Егис. И если все-таки сейчас Yellow Submarine забирают этого Рошанчика, но это ГГ. Ну и ГГ ВП прописывает Бейн. Ну что ж, хочу сказать. 1-1 счет. Это была Best of 2 игра. Вот так вот. 1-1. Ну что ж, я думаю, мы с вами... Что? Что мы с вами? Мы сейчас после небольшого перерывчика, наверное, ворвемся. Там у нас уже дальше спорт.